Привет, друзья! А мы продолжаем развивать межполушарные связи с помощью специального набора прописей для рисования двумя руками. Сначала попробуйте рисовать одной привычной вам рукой по трафарету. А теперь возьмите ручку в руку, которой вы пользуетесь реже, и попробуйте исполнить линию. Ну как ощущение? А теперь высший пилотаж. Пользуемся обеими руками одновременно. Рисовать линии можно по часовой стрелке, против нее или в разных направлениях. Для чего же нужны такие упражнения? Дело в том, что основные школьные навыки – письмо, счет и чтение – обеспечиваются слаженной работой двух полушарий, связанных между собой системой нервных волокон. Если же этих связей сформировано недостаточно, у ребенка возникают сложности в познавательной и учебной деятельности. Помочь в развитии межполушарных связей могут танцы, восточное единоборство, выполнение симметричных рисунков. Ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока!